и дважды собрали аншлаг. На сцене артисты Луганского академического театра «Кукол». Ульяновским маленьким зрителям и их родителям они привезли два сказочных спектакля, которые не оставили равнодушными ни детей, ни взрослых. Изумительный зритель, добрый, сопереживающий. Он чувствует артистов на сцене. Он слышит, умеет слушать и умеет сопереживать. Это очень важно. Знакомство состоялось, и дружба родилась. Для Луганского театра это вторые большие гастроли. В прошлом году объехали 10 городов. В этом на маршруте 11, и Ульяновск – своеобразный экватор. Красочные и самобытные постановки, истории о девочках, маленькой ведьме и красной шапочке. Подход к воплощению исключительно творческий, посыл понятный и добрый. В конце спектакля звучит та самая главная мысль: если у вас есть дома бабушка, обязательно попросите ее рассказать вам сказку, через много-много лет это будет самая лучшая сказка на свете. Возможность донести эту мысль до зрителей в разных городах появилась благодаря поддержке Министерства культуры России и Росконцерта. Для зрителей приятная встреча, для самих артистов – интеграция в культурную среду большой страны. В прошлом году, в ноябре месяце, к нам приезжал Донецкий, тоже академический театр «Кукол». В этом году приехал Луганский. Думаю, что такое сотрудничество с нашими новыми земляками, с нашими новыми территориями, с людьми, которые живут там. Это было начало и будет продолжаться как можно дольше. Ульяновская труппа уже побывала в гостях. В День защиты детей наш театр «Кукол» показал жителям Луганска спектакль-сюрприз. Хорошее начинание может стать традицией. Самое главное, говорят артисты, эта встреча оставит добрые впечатления.